Национальный жилищный конгресс – крупнейшее в стране некоммерческое партнерство в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами. В его составе более 130 управляющих компаний из более чем 20 регионов России. Сегодня в этот список вошла и Самара. Почему Самара? Потому что в Самаре, что работает одна из передовых управляющих компаний жилищно-коммунальной системы, вы все ее хорошо знаете, принципы ее работы также известны. Она, скажем, это та компания, которая первая в Самарской области решила сделать колл-центр и клиентоориентированную политику. Подобные нововведения поддерживают и жители, и профессионалы. А главное, эти принципы работы отвечают стандартам Национального жилищного конгресса. Миссия наша – повышение качества бизнеса во благо потребителей. Все взаимно. Если мы не будем работать для потребителей, у нас не будет бизнеса. Создание филиала Национального жилищного конгресса в Самаре – важное событие для бизнес-сообщества. Управляющим компаниям это пойдет на пользу. У них появится площадка для диалога и обмена опытом. И не только. Сотрудники Национального жилищного конгресса постоянно привлекаются в качестве экспертов в комитет ЖКХ Государственной Думы, постоянно присутствуют на совещаниях в Министерстве ЖКХ Российской Федерации, при правительстве, при принятии тех или иных решений, и как раз они их заслушивают как голос управляющих компаний со всей России. Одна из целей организации – через защиту интересов управляющих компаний добиваться повышения качества предоставляемых услуг. Сейчас филиал в Самаре только начинает свою работу. Пока в его составе две управляющие компании. Руководство филиала отмечает, его двери всегда открыты для новых партнеров. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.